Добро пожаловать на Ukrainian iPhone. Сегодня я покажу и расскажу о классных аксессуарах американской компании Element Case, чехлах Vapor Pro Elite, Formula и Ion 4, а также доке Vapor Dock. Сразу оговорюсь, знаком с продукцией конторы давно и впечатления стабильно самые лучшие. Начнем. Vapor Pro Elite – премиальная серия чехлов рамок от Element Case. Они издавна славятся устойчивостью к царапинам, надежно защищают телефон в случае падения, ну и очень эффектно смотрятся. Как видите, сохранен доступ к разъемам и кнопкам управления, и даже сим-карту можно вынуть, не снимая чехла. Приятным дополнением к металлической рамке выступает накладка на заднюю панель и жесткий кейс. Черно-золотое решение может похвастаться анодированным алюминием по военному стандарту Type 3 и золотым напылением некоторых деталей, накладка из кожи. Морозно-белая расцветка получила фирменное покрытие Flux Finish, вставку из аэрокосмического полимера и белую кожу. Никель-кремовая вариация Pro Elite имеет никелевое покрытие рамки, золотое напыление деталей, вставку из натурального дерева и нежную бежевую кожу. Накладки на стекло плотные, порядка миллиметра толщиной. Рамка стягивается четырьмя миниатюрными болтами комплектной отверточкой. Процесс одевания и снимания чехла Vapor займет примерно 2 минуты. Element Case Formula. Чехол не такой изысканный внешне, но зато более надежен. Он охватывает корпус iPhone с торцовой сзади, слегка приподнимается над передней панелью. Среди его достоинств прочный поликарбонат с усиленными углами, вставка из карбона на спинке, а также легкий доступ к кнопкам и разъемам. Младшая модель композитной серии Ion 4. Чехол выполнен из ударопоглощающего полимера, имеет уплотненные углы и эффектную вставку из карбона. Несмотря на не самую солидную носочную конструкцию, на аппарате сидит просто отлично. Напоследок я припас док, Vapor Dock. Чем он хорош? Это тяжелый холодный брусок анодированного металла, совместимый с чехлами компании благодаря приподнятому 30-пиновому разъему. В комплекте идут два пластиковых упора, для iPhone как есть и в чехле. Кабель в теории съемный, для этого в комплекте идет специальный ключик. Обратили внимание, за телефоном есть площадка с мягким покрытием. Это гениальная штука, когда вы вынимаете аппарат из дока, именно на нее ложится мизинец. И благодаря такой конструкции проделать операцию можно одной рукой. Продукцию Element Case обозревал Йонас для ukrainian.com. Комментируйте видео, если понравилось, лайкайте, подписывайтесь на наш YouTube канал. Ну и на сайт заходить не забывайте. Спасибо, что были с нами.